Для конкурсу дзіці читають стихи для лабіринту. Я Сережа Голубцов, мне 5,5 лет. Город Санкт-Петербург. Стихотворение Александра Голубцова про подарки. Я люблю дарить подарки и друзьям, и просто так. Например, значки и марки, драгоценность и пусть. Я к вам моих рыбок, игрушечных зверей, камни с берегов морей и коллекция открыток. А еще, конечно, книжки о моем любимом Мишке, о волшебных жарких странах и далеких океанах. Но не знаю, как мне быть, где мне взять, чтоб подарить. И придумал, лунной ночью буду звезды ловить. Можно взять их сколько хочешь. Подари и повтори. Подарить я снег могу, пусть валяются в снегу. И ромашки на лугу подарить я всем могу. Подаю друзьям реку, хорошо в ней человеку. Можно брызгаться, плескаться, целый день в воде купаться. А еще дарить готов людям много добрых слов.